Всем привет, с вами Viperman 150, и я продолжаю играть в Happy Time. Здесь у меня ресурсики. На этот раз я пойду в шахту, но только более вооруженным. Так. Мне нужна железная кирка, еще одна. Еще один железный меч. Железный нагрудник, штанцы, ботиночки и шляпа. Отлично. Так, еда у меня есть. Поставлю вот сюда, пожалуй. Так. Ну, я еще, пожалуй, возьму один кусочек еды. Вот этот вот. И теперь отправлюсь набрать воду вот здесь вот. Вот так вот. Так, и вниз, вперед в шахту. Так. И снова я одну вещицу забыл. Надо бы ее взять с собой. Это у нас, во-первых, палки. Ну, я думаю, 21 палки хватит, это 21 на 4. Но это много довольно факелов получится. 84, если мои навыки математики хороши, как я думаю. Отлично. Теперь можно идти вниз, к тому месту, где мы добыли алмазики. Так, я еще хотел, на самом деле, обсидиана набрать, но я решил, что пока это не надо. Пока я еще недостаточно силен, чтобы идти в ад. Так. Сейчас еще. Так, зомби где-то. А, вот он ты где, засранец. А что там? Это там, где я уголь копал, что ли? Неожиданный поворот событий. Так, и снова спускаемся вот сюда. Если я не ошибаюсь, то лава была где-то у нас, да, вот спавнер. Теперь куда-то вот сюда. Где-то трава должна быть. Теперь вот сюда. Сюда. Нет, не сюда. Вон туда. Да, вот оно, это место. Хотя бы помню я что-то. И это хорошо. Так, теперь мы заливаем водичку. Ставим сюда факел. И добываем редстоун. Так мало. Редстоун, я в тебе разочарован. Я думал, что редстоуна много не бывает. Ага. Факел пилим. Железо собираем. Так как я немало его потратил на броню, теперь надо компенсировать. Надо компенсировать 24 куска железа. Это на броню. Плюс еще оружие и новая кирка. Я думаю, 32 вполне будет достаточно. Так, не пугай меня так, вода. Угу. Еще редстоун. Отлично. Просто замечательно. Золото. Так. По ходу дела там ничего, в общем-то, и нету. Аккуратно. Золото. В конце туннеля есть что? Ход дела нет. Но как минимум есть обсидиан. В будущем пригодится. Так, просто огонь. Ну и здесь в конце факел поставлю, чтобы не спавнились. Ну и по пути сюда немножечко вот так вот. Так, теперь здесь у нас
Я тебя слышу. Ах ты, зараза. Чё-то они откуда-то лезут. То ли спаунер пауков, что ли. То ли еще что-то. Ну, спаунеру пауков я буду рад. На самом деле, пригодится. Так, уголька собрал. Теперь надо собрать железка. Сейчас кирка сломается. Я чувствую тебя, зараза. Где-то он лазит. Я так и знал. Их там еще... Ух, нифига, да там реально какой-то спавнер пауков. Да сдохни ты. Там реально булыжник стоит. Да, спавнер пауков. Как я угадал. Ну, это довольно-таки хорошо. Вот так вот осветим. Осветим. Просветим. Так, и что у нас здесь? Железо, хлеб, редстоун. Ну, пластинка, это мне нравится. О, вот бирка. Броня для коня, железо, ведро, хлеб и седло. Прям то, что надо для коня. Это все намекает, чтоб я пошел и нашел коня. О, там что-то есть. Ну, понятно. Хорошо, надо заполнить это место. Здесь я и сделаю, пожалуй, спавнер пауков. К сожалению, мини-карты у меня нет. Я бы так поставил какую-нибудь метку, что ли. На спавнер этот. Но, в общем-то, я как-то запомнил его. В общем и целом. Вон там наверху он. Здесь. Отлично. И вот здесь наверху еще что-то есть. Ага. Не знал. Все. Понял, откуда идет. То есть надо вот так делать. Ага, золото. Какая лава нехорошая. Так. Золотишко, золотишко. Иди-ка ко мне. Конечно, золото не слишком полезный ресурс, но все же. Что-то хотя бы. Тихо. Пошел на... А, тихо, куда ты меня хочешь согнать? Чё? Так, вон туда куда-то надо поставить, а где оно? А, вот оно. А, слава богу. Я уж перепугался, что потерял воду. А то воду мне никак нельзя терять. Давай. Я, кстати, уже компенсировал, в общем, ущерб, который я сам себе нанес, скрафтив себе новое оружие, броню и кирку. Если там в конце не будет алмазов, я расстроюсь. Вот вы собаки, а. Я расстроен. Ладно. Здесь ни черта нету, значит, я пошел. Куда? Да вниз я пошел, что мне делать? Вон он, спавнер мой. Я почти на уровне бедрока, я смотрю. Темнота наступает. Так, вроде бы внизу ловить больше нечего. Теперь можно отсюда спокойно уходить. Ну как, почти спокойно. Зомбик. Угу. Ага. Так. Сюда. А здесь, по-моему, какой-то двойной аж поток.
Или куда он? А, все. Это, наверное, как раз два места. Три места, откуда, где я был. Я был, видимо, там, там и вот здесь. И все это сводилось именно к этому блоку воды. Хотя, да, именно так оно и есть. Так. Не борзеть. Это я еще новый меч не использовал, да? Да. А, нет, смотрите-ка, вот здесь что-то другое. Так, соберем железо. И теперь погнали сюда. Вон оно. Этот блок воды. Иди сюда. Так. Так. У меня привычка в центр ставить эту фигню все. Все. Так. И я сделал круг. Вот это поворот. Ну что же. Круг так круг, я не против, я вон туда еще хочу пробраться все равно. Ну ладно. Нет. Плохой крипер. Немножко факелов я скрафчу. Здесь уголек, кстати, железка. И чуть выше какая-то пещерка-подобная фигня. Видимо, по которой я мог пробраться сюда. Интересные здесь лабиринты, интересные. Да. Именно так. Здесь я был, и здесь я, видимо, и мог еще и пробраться вот сюда. Ладненько, ладненько. В ту сторону я хотел еще сходить, посмотреть, что у них здесь есть. Дай воду. Там рельсы. Ну вот и хорошо, я не против, как если здесь будет такой поток. Только надо его сделать поаккуратнее как-нибудь. Вот так вот. Вот так вот. А там внизу... Тихо, тихо, тихо. Во, пусть... А, хотя это небезопасно, наверное, поэтому я оставлю все же так. Ага, и здесь я был. Понятно, вот здесь не был. Пусто. Так. Здесь железо я видел. Так. Отлично. Угу. Нет. Более здесь нифига нет. Уголь не хочу собирать. И идем, значит, сюда. Я еще в карьере толком не полазил. Это я ж только здесь бегаю по шахтам, а в карьере я еще даже не спустился ни разу. Так. Угу. Блин, все исследовал уже. Ладно, знаю я место, где я не был еще. Даже от этого места есть две развилки. Я туда как-то не углублялся. Так, мне сюда, вот так. Надо его только еще найти. Ага, уже близко, я это чувствую. Нет, не здесь. Да, вот оно, это место. Вот сюда я еще не ходил. Да. Здесь вовсю орут всякие скелеты, зомби. Угля дофига. Так, вот этот уголь я соберу, пожалуй. И более здесь ни черта нету. Пошёл нафиг. И чё? Чё-то сейчас было.
Ну, я думаю, дальше она сама справится. Много железа. Ну, я, пожалуй, к железу пойду. Ух, ни черта себе. Много это мягко сказано. Нормалит за нормалек. О, еще железо. И все это идет вон оттуда. Убрал. Отлично. Ясно, здесь тупичок. Так. Вот как-то это что-то я не понимаю, наверное, что-то. Когда я был не вооружен, в общем, то есть не было у меня брони, на меня нападали все, всех, кого я, блин, встретил. А сейчас, когда я полностью снарядился, готов к дракам, им пофиг на меня. Я что-то не понимаю, или это подстава? По-моему, это по большей степени пахнет подставой. Ладно, осталась еще одна сторона. Здесь тоже тупик. Так, о! Вот так вот. Золото и поток опять. Почему-то все потоки идут с той стороны. Как-то странно это. Блин, почему он постоянно убирается? Так. Золотишко собрал. Да блин, чтоб тебе. Откуда поток идет? Вот оттуда? Вижу все. Да, эта сторона, видимо, самая длинная. Хотя здесь тоже начались тупики. А вот железка я соберу. Железо всегда надо. Так. Здесь еще одно такое место. С тупиковым вариантом. И вот здесь еще. Тоже с тупиковым вариантом. Ну, значит, здесь мне делать более нефиг. Значит, осталось еще пару местечек. То есть, отсюда еще вот сюда можно пробежаться. Но здесь какой-то выход в шахту уже, что ли? Ну, похоже на то. Хотя тут есть проход. Ну-ка. Ага. Кстати, то, что надо, проход. Так, пожалуй, я вот тут железку соберу. О, я уже так набрал его. Так, отлично. Где-то наверху они снова лазят. Грибочки. Лава. Зомби. Нет, зомби, я не хочу с тобой драться. Я на вас обиделся, я ж уже говорил. Так. Может быть, уже стоит подниматься на поверхность? А может быть и нет. Пожалуй, нет, я еще вон туда немножечко углублюсь. Да поднимайся ты, я ж... Я ж чё, против, что ли? О. Да, хороший вариант был спуститься сюда. Здесь, во-первых, лава, а во-вторых, железка. Так. И что еще? Вон в той стороне железка. И также лава здесь имеется.
А там проход, кстати, по лаве, если смотреть. Проходим туда. Блин, факел-то не сбивай. Да, здесь что-то есть. Надеюсь, алмазики тут тоже найдутся для меня. Что-то я ни черта не вижу, откуда... Да уж. Микрофон полностью достал меня отваливаться. Извиняюсь. Да блин, а что происходит? Где поток-то? А! Вот она, скотина, где? Так, я сейчас, пожалуй, немного переформируюсь. Пару минуток. Все. Так, и здесь пусто, как я понял, да? Да. Ни черта нету. Хотя, скорее всего, что-то здесь за стенами да и будет. Но мне просто лень копать. Я лучше пойду домой. Так. Тру-ту-тум. Выход, если я не ошибаюсь, прям рядышком. Вот прям повезло с такой пещерой. С выходом прям ровно туда, куда мне надо. Не-не-не, а где выход-то? Был же выход куда-то. Ну вот, короче, здесь вылезу, пожалуй. Надо покушать, прежде чем я буду вылезать. Так, я думаю, этого достаточно. Тихо. Проверка. Никого. Ну и погнали отсюда нафиг. Раз никто меня не встречает. По-моему, я уже куда-то не туда пошел. Так, все, я заблудился. Мне не вон туда ли случаем? Да может и туда. Вот блин. Я потерялся. Вот как чувствовал, что потеряюсь. Но нет же ж. Все, нашелся. Я знаю это место. Здесь вот он, спавнер. Осталось только пройти самую меньшую часть. Это вот этот путь к деревне. Наверное, потом надо будет еще и карьер исследовать. Скорее всего, там тоже что-нибудь есть. Так. Вон в той стороне, пожалуй, тоже, наверное, что-то и найдется для меня. Я сюда как-то по разным путям добираюсь, то здесь, то там. Ой, нет, мне наверх. Ну вот, я почти и добрался до дома. Осталось всего лишь один камешек убрать, поставить его назад. И все. Как всегда, я вышел ночью, да? Ты глянь, нет. Закат. Один этот, надеюсь, жив-здоров. Орел. Да, я его слышу там. Он хакает. Вакает. Думаю, на него будет охота собрана ночью, но никто к нему не сможет пробраться. Ну ладно, пожалуй, пойду я. Спать. Сейчас еще с ресурсами надо немного подразобраться. Здесь у нас мясо, пусть здесь золото теперь плавится. И здесь у нас еще 8 кусочков золота есть. Сюда мы возвращаем железо. Пожалуй, уголька тоже надо подбавить. Хотя, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас я скрафчу угольный блок. Блин. Он куда больше может переплавлять. Так, спасибо. Вот он про запас. К сожалению, у меня нет воронки, которую я сейчас, скорее всего, и сделаю, потому что это будет как-то... получше. Просто на первый раз сделаю воронку. Сюда запилю железо еще. Чтобы оно самовосполнялось. Сюда вернем это. И у меня тут еще много ресурсов я смог собрать.
пока шастал. Так. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Нет, я еще не поспал. Ладно, понял. Я пока не прощаюсь. Нельзя менять традицию и заканчивать после того, как я поспал. Я должен поспать, прежде чем вижу одного ублюдка. В высокой траве его стрелы бесполезны были бы. Так, а где монстр-то? Вообще ни черта не понял. Ну, крипер, ладно, крипера я вижу. Главное, чтоб не бомбанул. Ну ты урод, крипер. Чтоб тебя избили до смерти. Ну, жителей я слышу, ладно. А зомби-то где? Я слышу еще дофигища всяких зомби. ТП и ТД. А вот где они? Сейчас посмотрим. Ну какого? Почему она здесь появилась? Ее здесь просто не должно быть. Вторая ведьма. Вот это я что-то не понимаю. Как так получилось? А, вижу скелета и крипера. Ну-ка, пластинка, стреляй, красавчик. Еще стреляй. Нет, не стреляй. Погнали сюда. Крипер, 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 ко мне. Ко мне крипер, 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 криперочек, крипер, 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 нишка. Давай, огонь, стреляй, стреляй. Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Ну стреляй, мудак. А ты лети отсюда. Ну ты ублюдок. Ну подожди, дай крипер сюда, ко мне придет. Он же не такой быстрый, как твои стрелы. Ну ты что, ты не понимаешь, что ли? Отлично, давай, давай, стреляй. Стреляй, я здесь. Нет, я не здесь, я не здесь. Я здесь. Да не в меня стреляй, а в крипера. Давай, давай, стреляй, давай. Да почему ты не стреляешь? Ушлепок. Собака, ты еще жив? Нашел с кем шутить. Но это все, нет? Или они там еще внизу заспавнились? Вроде бы все, никого не слышно, значит можно поспать. Нет, снова слышно. Но я надеюсь, они не потревожат меня. Собака! Да где они? Их вообще не вижу ни черта. Наверху что ли где-то лазят? Хотя, скорее всего, под землей. Ну ладно. Ребят, мне надо заканчивать серию. Может вы заткнетесь? Нет? Кстати, а зачем я закрываю? У меня остался один житель, и он в этой ловушке. Сейчас найдем. Где-то они засели, засранцы. Где-то близко, я их слышу. А, ладно. На этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Сейчас я добегу до дома по-быстренькому. Так. Ну и всем пока.